Так, 18.26, 30 июня. Решил, Даркуша заразил велопокатушками. Что-то тоже захотелось после работы не сразу домой, а покататься опять по парку. Немцы как им были. Вот фонтанка-то по-другому фонтанирует. Давай, еще. Пусть сани. Ох ты ж, ни хрена себе! Вот это фейл. Все-таки я здесь перекачал камеру. Видать, грыжа. Блять, как я теперь домой поеду? Ну это звездец, конечно. Это эпик фейл. Реально фрустрация. Стоишь себе, наслаждаешься фонтаном. Хуяк, камера лопнула. Пиздец, конечно. Домой придется пешочком. Да. Я до сих пор в шоке, блядь. Я еще долго не отойду. Мне же скажешь, что это все снится, блядь. Такой вот эпик фейл. Была возможность с работы сразу домой поехать. Нет, я поперся в парк, где на фонтаны захотел полюбоваться. А в итоге... Здрасте. А в итоге чем все закончилось? В итоге закончилось таким вот обосрамцем, блин. Я реально в шоке. Главное, одно дело, когда готовишься, ты ожидаешь. Всем другое, когда оно вот так вот раз, из-под тяжка, в самый неожиданный момент, хуяк и лопнуло. Пиздец, конечно. Да. Ну, как там некоторые говорят, дерьмо случается. Придется ждать ЗП. Я сейчас эти дни хотел поэкономничать, у меня что, затраты эти были на кондиционер, потом затраты на стул. Я хотел сейчас подэкономить и, получив ЗП, только уже потом там и суши нажраться, там, и еще какую-нибудь херни прикупить. Ну, я не знаю, мне сейчас, короче, нет слов. Я просто в шоке. Такой обосрам случился прямо вот прям. Не, с другой стороны, это хорошо, что оно случилось прямо вот на ровном месте, стоя на дороге. Это намного лучше, чем если бы я, например, ехал бы на большой скорости, оно бы долбануло. Тут шутки у вас зачетные, конечно. Но спасибо, что я хотя бы живой и без ран. Ладно, прогуляемся с велосипедом. Велосипед меня катал, теперь я его покачу. Как такое вообще произошло? Звездец. Шину все-таки, скорее всего, перекачал. Сейчас отойдем от шока. Еще раз полюбуемся на этот фонтанчик. Какой звездец. Просто самый что ни есть нежданчик. Ой, еще и комарики подлетели. Отлично. Все, пора валить домой. Прям вот прямой намек судьбы на то, что пора валить домой и делать компик. Ставить процессор этот новый. Там это охлаждение открепить еще. Придется материнскую плату снимать. Вообще не хотел с ним возиться. Думал, просто отстегнул, поставил, вставил, запустил. Все. Нифига. Придется поработать. Да. Вот такие у меня на сегодня приключения вышли. Катаются народ. Счастливые. У них пока колеса не лопнули пока что. Ладно, хватит трындеть. Поехал домой. Покатил я велосипед домой.